Хей, гайс, с вами Шумики, и давайте мы сегодня с вами поиграем, ну, как понятно, в Айзека, но сегодня мы с вами поиграем в челленджи. И давайте начнем, наверное, с челленджа. Picked Black. Так, Pet. Picked Black. Будем, короче, по очереди тогда играть. Так, значит, у нас просто проклятие на сердце, да, только? Хорошо, допустим. Ну, скорее всего, у нас как и в обычной одинаково сердец. Так, немного потише сделаю себе звук. Ой, я буду рад, если мне дадут карту, но... Но-но-но-но. Блин, ладно. Так, сейчас у меня где-то сердце и половина. Не, я могу, конечно, использовать, но я не вижу смысла. Ага. Да, но у нас есть магазины. Поэтому мне нужны шмотки. Мне нужны шмотки, чтобы... Что? Что? Золотые комнаты? Разли? Или это был пак? Она серьезно, золотая комната? Не, я не верю, не верю. Теперь мы будем юзать из-за этой херии реролл на хорошую шипастую комнату. Понятно. О, да, все-таки золотые падают тоже. Очень классно, все очень хорошо. Минус, очень темно. Очень-очень темно. Если так, да, челлендж, я говорю, сразу мы выиграем. Даже несмотря на то, что у нас здесь с вами и золотые комнаты, и магазины. Считайте это как обычный забег. Но при этом мы получим еще плюшки в конце. 6 дамага. Гриф. Охерительный гриб. Я даже не рассчитывал на него, если честно. Но если дали, почему бы им не воспользоваться? Так, мухи с 6 хп. Или кажется 5 хп, я там точно не помню уже. Черные мухи это... Не, подожди, с черной у нас мухи с... Сколько у черных мух? Да? Так, мы еще в одну сторону не зашли. Я магазин не вижу. Есть вариант, что здесь будет отсутствовать магазин. Ага. Вот так, да? Телепортируют Айзека. Магазинов нету, замечу. Золотой... Ну, хотя здесь только золотые комнаты, получается, будут. Вместо магазина. Это довольно хорошо тоже. Ну, ладно, погнали. Монстра в узкой комнатке. Узенькая комнатка. Монстра, 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 прекрати. Рыгает он на меня. Прыгает он на меня. Давай, давай, да прекрати. Блин. Уть. Тихо, 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 тихо. Это минус. Еще один гриб. Фу, плюс хороший гриб. Увеличена скорость. Осталось нам увеличить только слезы. Скорость полета слез. Нам только нужно... А, у нас проклятие. Два проклятия. Первое из них... Это... Темнота. Дарк. А второе проклятие это неизвестное ХП. Хорошо, мы с вами шипастые были. Магазин есть. Все, это тоже хорошо. Отлично. Заходим. Шоколадное молоко. Такое дерьмо. Кажется, испортил забег.
Эй. Честно, не помню, что она дает. То, что я не вижу изменений. Ни одного. А, то есть, я понял. Смотрите. Урон. Уменьшается? Но я стреляю как с пулемета. Да, урон уменьшается. Ну, такое, знаете. 50 на 50. Вот честно. Не, ну здесь больше будет 6 урона. Когда на полную зарядку. Я просто с автомата стреляю. Не знаю. О, новые враги, которых мы открыли с вами. А, значит, у нас фул ХП. Ладно, пойдемте. А ну, попытаюсь так убить. С автомата. Так, лучше кокульки сломать. Да, слушайте, урон довольно мощный, вот на самом деле. Давайте посмотрим. О, ну, знаете, для меня это выгодно. То есть, сердца, плюс я не трачу сделку. Full heal up. 48 energy. Ball of Steel, отлично. Отлично, вот на самом деле. Пускай лучше у нас будет райская комната, на самом деле. Хотя, блин, я еще не фул хп. Ладно, лучше на полную зарядку атаковать. У этих тварей где-то по 50, если честно, хп, 50-40. Они довольно быстро убиваются. Это значит, что у нас урон увеличится в несколько раз. То есть мы можем стрелять либо как с автомата, либо как с бомбы. Также оно очень легко взрывает врагов. О, энергичный червячок. Так, бомба. Ой, зачем вышел? Минус 5 грибов. Ничего не выпало. А ну, если так стрелять. Ну, да, знаете, урон вообще такой маленький остается. Мизерный. Лучше тогда стрелять, но, блин, это что, звуки вам очень громко слышны, как я нажимаю на клавиатуру. Не, я попал. В черного, да? Да. А, две батарейки. 48 energy. Золотую комнату я не нашел. Тихо. Так, теперь мне нужно найти золотую комнату. Либо она там, где бомба валяется, либо здесь сейчас будет. О, ништяк. Да, урона много. Ох, отлично. Его увеличить понемногу, плюс дамаг увеличил. Nice. Very nice. Ну что, погнали тогда. Ой, тихо. Да, вы видите, урона вообще почти нету. То лучше заряжаться. И мне сразу везет.
50%. Ну, я возьму, конечно, водичку. Взорву. Сердце не выпали плохо. Ой, микрофон задел, извините. Давайте тогда пойдем в магазин на... Блин. Ладно, магазин в следующий раз зайдем. В следующий раз. Да, у нас проклятие темноты, дарка и неизвестности по ХП. 7 дамага. В принципе, нормально. Плюс у нас... Мы не идем в ад, либо в утробу. Не знаю, как легче сказать. То у нас... ХП так сильно не нужны. Главное не коцаться. Главное не коцаться. Так, поехали ниже. Ой, честно, не знаю, стоит ли мне идти туда. Если сейчас выпадет то, что я хочу. Отлично, идем. Тогда идем. Хорошо, две бомбы. Минус одно синее сердце, которое я подобрал. Побежали наверх. Ой-ой-ой, тихо. Нельзя, чтобы вода разлилась. Блин, самый контроль еще. Оп. Готово сундук. Тролль-бомба. Зараза. Устарт. О, привет. Бессмертие. Стоим АФК. Одну секунду, и мы становимся полностью бессмертными. И нам ничего не могут сделать. Ладно, беру тогда карту на следующий этаж. Беру карту на следующий этаж и побежали. Так. Визник херов. Spaw into machines. Wheel of fortune. Не-не-не, мне... Зараза. Испортили ХП. Испортили ХП. Ну, хотя бы нашел босса. Вот нашел босса. Блин, я в магазин не зашел. А, у нас впереди еще будет магазин. Плюс у меня не так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какие у нас враги. Атаковать ему можно только в... Блин, какушки эти сейчас создает. На самом деле очень неприятный враг. Из-за его какулек. Плюс его только можно в жопу бить. Блин, еще попади. А я не помню, с ним работает бомба? Работает. Да, и я буду долго его атаковать. О, все, начинается вторая фаза. Ну, более, знаете, легкая. Только тут главное попадать. Готово. 50% нарастил комнату. Нам дают еще плюс ХП. Пилка. Ну, возьму. Брать больше мне как бы нечего, поэтому как-то так. Никогда, честно, я не беру вот это молоко. Давай, на Ball of Steel. Если что, вот этот лист, да, и хвост, это отсылочка к Марио. Феромон. Так, скорость атаки — это отлично. Блин, а я думал, а подождите, а какое тогда то молоко, с помощью которого мы можем стрелять через блоки? Прикольненько. Блин, только я плохо сыграл.
Нужно было сначала взять... Черное сердце, а потом уже синее. Заразы. Почему они убегают от меня? Да уж, наверху. На спрыгу. Минус прыгун. На самом деле нельзя сломать так, чтобы... Ну, только один сундук можно взорвать. Не хочу. Мне только две бомбы. Я лучше потрачу на хорошие камни. Если будут такие... Давай, я тут. Ох, черт. Две бомбы, ништяк. Еще один гриб. Здорово. Возьмем. И... Пангай. Веселый грибочек. Ну, замечу, что у нас достижения здесь не работают, поэтому... Как-то так. Мы просто с вами гриб. Ой, отвратные, отвратные. Хотя... Аж смысл мне тогда от нее вообще... Ой, возьму, ладно, клеща. Пускай не смогу теперь подбирать другие тринки. Но зато теперь у врага будет немножко... О, там какой. Ну, у меня только один ключ. Класс. Класс, 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 класс. Так, рассчитано на... Секретки не было. Ладно, пауки со мной пойдут. Мне нужен магазин, поэтому мы идем с вами в другую сторону. Магазин я хочу найти. Вот. И там еще хорошая комната. Да ё-моё! Я не думал, что он на меня налетит. Так, нужно немного собрать еще монеток. Хотя бы дайте еще. А, хотя у меня монет нормально. Все, 20. Так, становимся сюда, взрываем. Отлично. Два ключа. Отлично. Тут секретка. Нет. Непонятно никогда, как ли... атакует он именно. Ну, звездочкой этой своей. Давай. Смерть, если хотите, могу вам показать, как работает. Все, и нас атаковать не могут. Ну, лучше этой фигней. Ой, зараза. Ладно. А где магазин? Я сюда вообще-то шел ради магазина. В конце концов, у нас до хера ключей стало. Поэтому вместо магазина мы пойдем с вами в библиотеку. Либо мы можем подкрывать хороший сундук. Не, давайте лучше сюда. Пятерка. Я не помню, пятерка это кажется очень херовая вещь. Реролл предметов. У меня дамаг нормальный, поэтому... Нет, нет, нет. Не хочу. Вот видите, все, я не могу подбирать. Монстро 2. Нормальный урон. По тебе, по тебе. Молодец, главное, что он... Блин, зараза, прыгнул. Отлично. Адская комната, да? Скорость атаки. Какаха гарпи. Не хочу брать. Идемте дальше. И у нас остается последний. Последний, куда мы можем пойти. В игровой я тоже не пойду. Все равно достижения не работают.
Хотя бы не задело. Хотя бы не задело. А то увернулся огнёк. Так, в шипастую пойти. Пойти в шипастую потерять свою ппшку. ППшку хочу терять. О, комнатка. Плохо, плохо, плохо. Мы грибом его превратили. Ладно, красное сердце теперь у нас есть. Тогда нужно фастом все это дело делать. Так, убили. Так, одно то, что я хотел, нашел. Теперь мне где-то нужно найти... Ух ты ж, ё-моё. Большие слезы. Ну, широкие, да, большие. Это, знаете, большие широкие слезы. Джокер, полетели. I'm excited. Ах. Ну нечего брать. И смысла нету. Теперь кажется, мы через блоки можем стрелять. Но это не точно. Ладно, нас приглашать все-таки сразу в гостом. Да, зря я тогда монеты собирал. Давай. А, еще плюс сердце, пол сердца. Да, слизняков что-то ускорили, какие-то они быстро стали в последнее время. Давай, все. Минус, дома, плюс еще. Не хочу. Все. Изи. Изи квейзи. Новая руна. Runes of Hegeless. Hegeless. Ну что, как-то так, типа, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.